Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем прекрасного настроения, с верным вас воскресенье, мои хорошие. Вот что меня разбудило. Вот он такой, хулиганчик шумный. Подметает, чистит. Видите, как и моет тоже. Какая машина классная. Так же и моет она все. И вот даже вот на асфальт туда заехала. Вот видите, как чистенько все почистил, помыл. Умничка. Так, еще раз, друзья мои, поздравляю всех христиан с верным воскресеньем. Я всегда любила этот праздник в Батуми, потому что мама ходила. И да, и мы уже всегда ходили в церковь, набирали вербочки. Вербное воскресенье. Где бы взять мне вербочку? Где бы ее сорвать? Что-то здесь похожее видела, знаете где? В деревне точно. Когда у Зли мы поехали в деревню, у нее там у родственников был какой-то куст. Я ее привезла, еще хотела, оторвала, хотела посадить. Но мне ничего не получилось. Но все равно. И в этот день святую воду тоже набирали, кажется. Все забыла уже. Так тихо. Мало людей ходит. Хотела я сегодня рано встать, походить, но что-то побоялась. 7 часов проснулась. Потом опять снова уснула. Так, у нас тихо, а вот этот хулиган меня разбудил. Тут, может, еще спала и спала. Ну, воскресенье можно себе дать это позволить, не так ли? Вербное воскресенье у нас проходит однотипно, как и все дни. Чем я занималась сегодня? Я кайфовала весь день. Так как есть табу на какие-то дела в этот праздник, я сегодня кайфовала и наслаждалась жизнью. Каким образом? Сейчас я с вами поделюсь об этом. Сегодня случайно я открыла Инстаграм и увидела прямой эфир одной очень красивой женщины. Но я уже несколько раз за ней часто наблюдаю и несколько раз смотрю ее эфиры так мимолетно. Но этот меня очень удивил, и мне очень понравилось. И мне захотелось присоединиться к нему, но так как я чем-то была занята, как всегда, и думала, а потом посмотрю записи. Что я и сделала. Через какое-то время Вселенная, Бог подсказали мне: Светлана, зайди. Вот действительно, у каждого человека есть же какая-то мечта. И если ты ее прочувствуешь, то что-то тебя сподвигнет на то, чтобы идти к ее исполнению. В этот раз произошло и со мной такое. Кому-то принесли, видите, жарят они там, наверное, лохманджу или еще что-нибудь. Отвлекалась от темы. Так вот, мои дорогие, я оделась в спортивную одежду. Села возле на коврик, постелила коврик такой, села возле телефона и начала смотреть повторе прямой эфир. Что это за прямой эфир? Это йога. Мне так хотелось научиться элементам йоги, упражнениям. Я смотрела с восторженным взглядом на тех женщин, которые владеют этой техникой. Но чтобы ее изучать, может быть, я и сама самостоятельно тоже бы смогла все это сделать. Но из-за недостатка времени все сразу изучать просто невозможно.
И у меня были такие планы, что если в Мерсине откроются курсы зумба, пилатес, йоги, я побегу первая. Ну, уже когда, чтобы было так безопасно ходить на эти спортивные мероприятия. Так вот, я сегодня занималась вместе с ней йогой. И, к сожалению, заметила к себе большие отклонения. Я сама по себе очень пластичная. Ну, я считаю себя, что я всю свою жизнь, сколько я себе помню, я всю жизнь занималась спортом. Бегала, постоянно я была, я вхожу в тот риск ожирения, наверное, тех женщин, которые любят покушать и постоянно нужно поддерживать себя, то есть худеть в постоянном процессе. Как раз покажу вам и соседей своих. Так вот, мои хорошие, я с большим удовольствием проделала какие-то упражнения, и мне было очень трудно. Я раньше стояла на одной ноге, а сейчас я вся тряслась, как осина. Не знаю, как кто тряслась, но я не могла устоять закрытыми глазами на одной ноге. Просмотрев ее видео, я приняла решение, что я хочу пройти платный у нее марафон, попасть. Ну, сначала там идет предоплата на какой-то пробный сеанс. Если мне понравится, то я буду продолжать. Пробный сеанс длится неделю. Но Света думает, Света делает сразу все. Я быстренько зарегистрировалась, сделала оплату, и мне прислали 4 видеоурока. И один из них я сразу же повторила. Но он длительностью час, поэтому все, 4 урока за один день. Это просто было не по силу мне. Ну, есть же еще какие-то другие занятия. И вот с этой отправкой немножко было проблемно, потому что у меня карта Ижбанка, а Ижбанк мне 100 раз сообщение пишет. Он очень контролирует, когда я что-то покупаю, 100 раз мне отправляет месседжес, что с вашей карты хотят забрать какую-то сумму. Но они молодцы, я им за это очень благодарна. Так вот, не буду долго тянуть. По-моему, уже наговорила достаточно. Мои хорошие, я занималась сегодня йогой и буду продолжать это. Я такая довольная, потому что я выслушала там отзывы, и выходили женщины в прямой эфир. Такая есть функция — стать гостем. И они рассказывали о своих историях. И ни одна не сказала плохо. Так, вот таким делом я сегодня занималась. Меня озарило. Кто-то, может быть, смеяться, скажет, что у меня не все в порядке с головой. Но это моя жизнь, и я как хочу, так и буду ее делать, как плыву по течению. Но спасибо большое сегодня такому празднику, что я сегодня отдыхаю душой и телом, только готовлю сейчас ужин. Уже скоро ифтар, вкусные запахи доносятся, и я тоже такая голодная, я же не кушаю вместе с мужем. Там, если вот для лекарства один банан с утра после этой таблетки, гормональный же принимаю, через полчаса нужно что-то заесть. И вот одно яблоко съела, наверное. И все. Но у меня будут котлеты сегодня с салатом. Мужу я делаю мерджимик. Это мы сейчас отдадим в стирку все. Поэтому у меня такой хаос. И у меня есть мясо, которое я вчера делала на тантуне, готовила. И отварю ему пюре. Вот варю такое щадящее. Все щадящее. А такой у меня урожай уже. Вы видите? Тут у меня перчик. Мои любимые цветочки. И этот, смотрите, как красиво растет. Кстати, кто находится в Мерсине? Вот этот цветок агава называется, он очень дорогой, я знаю, и из Грузии. У меня есть детки, вот, кто хочет, могу
Потому что он больше всего растет, знаете, где? В клумбах. Он огромных размеров. А здесь на земле, вот в горшке, вот как его пересадить? Он же такой же колючий. К нему дотронуться невозможно. И вот я, кто хочет, пишите мне, кто живет в Мерсине. Я вам дам деточек. Еще у меня, вы смотрите, здесь детки. И здесь. Видите, как плодится он. Вот. И вот. Много деток. Поэтому поделюсь с вами. У кого есть такая возможность посадить его. Потому что он вырастает огромным кустом. У меня таких два. Еще много деток. Так что вы пишите. Так, вот эти цветы у меня зачахли, я не знаю почему. И что-то у меня здесь растет. А это мамардика. Это мамардика. Ну, вот она хорошо принялась. Так, ну что, мои дорогие? И вот у меня цветочек хорошенький. Анемчика, что было. Тьфу-тьфу-тьфу на вас, тьфу-тьфу-тьфу. Так, больше ничего такого интересного нет. Сегодня вот вырос такой у меня. Это тоже, кстати. Но каким образом он залетел сюда? И тут что-то растет. Я вообще ничего не понимаю. А этот у меня остановился. Все, иду готовить, кушать. Ну, а вот и я сама сегодня решила отдохнуть от макияжа. Не каждый же день, потому что завтра у меня такие дела и планы, мои дорогие. И я завтра встречаюсь с Лакушей моим и с Натальей. Поеду к ним в гости. Не в гости, а деловая встреча, так как Наталья мой бизнес-партнер, и у нас сейчас идет активная работа, и у нас встреча.